Основная моя тема сегодня. Основната ми тема днес. Ну, она такая, в принципе, внутрицерковная даже, я бы сказал. Такая внутрицерковна. Она посвящена рукоположению. Посвятена е на рукополагането. У нас сегодня будет рукоположение. Днес ще имаме рукополагане. Мы об этом предупреждали. И вече ви предупредихме за това. Был испытательный срок. Че имаше човека испытателен срок. Я сегодня говорю о нашем возлюбленном брате. Днес говоря за наш возлюбен брат. Его зовут Роман, Роман Плеша. Роман Плешу. Вы его все знаете. Всички го познавате. Он несколько месяцев нес служение лидера. И той няколко месяца молодежного служения. Води служение на младежкото ни като лидер. Я вижу, что он его достойно прошел. Я вижу, что той достойно го е минал. Не было никаких замечаний. Нямаше някакви забележки. Если у кого-то есть замечания, вы ако сегодня можете има забележки, сказать. Днес може да ги кажете. Если есть, наоборот, какие-то слова поддержки. Ако имате думи на подкрепа. Для молодого служителя. За младия служител. Тоже можете сказать. Също може да ги кажете. Я хотел бы открыть. Бих искал да отворя. Сегодня из устава. От устава. Нашего союза. На наш союз. Это международный союз. Международный союз. Я когда-то уверовал в пресвитерианской церкви. Някога повярвах в пресвитерианская церковь. Да. В Казахстане. В Казахстан. В 91 году. През 91 година. В 92 году. 92 година. Наталья пришла в эту церковь. Наталья дойде в тази църква. И мы с ней там познакомились. И с ней се запознахме там. Мы были прославителями. Бяхме прославители. Я играл на гитаре. И свирих на гитара. Наталья играла на синтезаторе. Наталья свирише на синтезатор. Была лидером прославления. Беше лидерът на прославлението. И в 93 году. И през 93 година. Мы женились. Се женихме. И церковь нас благословила. И церковь не благослови. Чуть позже мы вышли из пресвитерианской малко церкви. Малко по-късно излязохме от пресвитерианската церква. И открыли новую церковь. И отворихме нова църква. Она называлась Благая Весть. Която се казваше Блага Вест. Она и по сей день существует. И до ден днешен съществува. Я бы так сказал, эта церковь была очень уникальная. И бих казал, че тази церква беше много уникална. Она такого, знаете, то есть это пятидесятническая церковь. Беше 50-ная церква. Ну, с таким харизматическим уклоном. Обаче с харизматичен наклон. Абсолютно новая молодая церковь. Абсолютно новая млада церква. Которая произвела очень большое действие. Която воспроизведе много голямо действие. Потому что старая церковь в нашем представлении. Старата църква в нашем представлении. Ну, она немножко так, как бы так, стала так в закон в какой-то. Тя застана като в закон. Мы ходили в старую пятидесятскую церковь. И посещавахме и старата пятидесятна църква. В 94 году меня 94 година первый раз рукоположили. За първ път ме рукоположиха. Рукоположили на учителя в библейской школе. Като учител в библейская школа. В 95 году меня рукоположили на пастора церкви. И през 95 година ме рукоположиха като пастор на церква. И где-то в 96 году. И през 96 година меня вновь рукоположили. Отново бях рукоположен. Я даже не помню, но это было собрание очень многих церквей. И не вспомним, това беше собрание в много церкви. Очень много пастырей. Много пастырей. Учителей. Учителей. Апостолов, миссионеров. Апостоли, миссионери. Приехал пророк из Америки. И дойде пророк от Америка. И просто предложили еще раз за меня помолиться. И предложиха още веднъж да се помолят за мен. Чтобы просто передалось помазание. За да се предаде помазание. Ну, такого пятигранного служения. На пятигранното служение. И в собрании, вот этих апостолов, миссионеров. И в собранието на тези апостоли и миссионери, учители, пастори. Пророков. Пророци. Я был опять вновь отново бях рукоположен. И в 2008 году, когда мы с Натальей закончили южнокорейскую семинарию. И през 2002 година, когато завършихме библейска семинария с Наталия. У нас даже есть памятные снимки. Даже имаме снимки от тогава. Нас с Натальей рукоположили на миссионеров. Бяхме рукоположени като мисионери. И отправили нас в Болгарию. И изпратени в Болгария. И благополучно про нас забыли. И забравиха благополучно за нас. Потому что эта семинария считала. За что-то та здесь семинария смяташе. Что если Бог вас куда-то отправил? Че штом Господь ви спраща някъде? Он вас там и снабдит. То есть ви здуби со всичко там. И знаете, это абсолютно правильно. И твоя абсолютная истина. Мы уповая на Господа Бога. Уповаваме на Господь.
Начали здесь служение. Започнахме служение тук. И вот нашей церкви уже 10 лет. И наша церковь вече на 10 години. Что я сегодня хочу сказать? Какво искам да кажа днес? Мы с Натальей закончили межденоминационную семинарию. С Натальей завършихме межденоминационную семинарию. Да, в Болгарии говорят наддеминационно. В Болгарии казват наддеминационно. Ну, то есть надо как-то смотреть немножко выше. То есть трябва да гледаме над нещата. Сам Господь Иисус Христос. Самия Господь Иисус Христос. Он вне какой-либо деноминации. Той е извън деноминациите. Можете сказать на это амин? Може ли да кажете амин? Иисус Христос, Он не православный. Иисус Христос не е православен. Он не католик. Не е католик. Он не протестант. Не е протестант. Кто есть Иисус Христос? Кой е той? И не адвентист седьмого дня. Он Господь. Той Господь. Господь Господствующий. Господь на Господарь. Он есть Бог богов. Бог на боговете. Царь царей. Царь на царете. И мы Ему поклоняемся. И не Ему си поклоняме. Каждый как может. Всякий как-то может. И вы знаете, наша церковь, я считаю, имеет привилегии. Смятам, че има привилегия. Так как мы закончили межденоминационную семинарию. Ты като завършихме межденоминационную семинарию. Мы с любовью принимаем всех наших братьев и сестер. С любовью приемаме всички наши братья и сестры. Которые также верят в Иисус Христа. Които по същия начин вярват в Иисус Христос. Ну, как могут, как их научили. Как-то могут и как-то са ги научили. Даже апостол Павел об этом пишет. Даже апостол Павел пишет за това. Кто в чем наставлен, кто как наставлен, който так и пребывает. Кто-то как-то наставлен, така и пребывава. Ну, так научили. Как-то е научен. От с детства. От детството. Так наставили. Как-то са го научили. И люди так верят. И хората вярват. Что вот так вот надо верить. Че ето така трябва да се вярва. В православную церковь. В православната церковь. А вот так надо верить в католическую или церковь. Или така трябва да се вярва в католическата церковь. А так надо верить в протестантскую или церковь. Или така да се вярва в протестантската. И мы все это принимаем. И ние всичко го приемаме. Мы признаем и православных, признаваме и православните, потому что это христиане, это наши христиане, братья. Са наши братья. Мы признаем другие какие-то христианские и другие направления, христианские направления. Кроме тех направлений, которые не признают Иисус Христа. Освен на эти направления, които не признават Иисус Христос. Как Господа Господь. Като Господь. Не верят в Него как в Бога. И не верят в Него като Бог. А просто у них есть знание. А просто имат познание. Что Иисус Христос. Че Иисус Христос. Это был какой-то просто хороший учитель. И был много добрый учитель. И вот мы поэтому изучаем его послание. И за това ние изучаваме посланието му. Ну, эти направления названы парахристианскими направлениями. Бачите, эти направления са наричани парахристиански. И мы считаем это определенными ересями. И ги смятаме за лъжа. Мы их, получается, ну не то, что ненавидим. И да? Не че ги мразим. Мы с терпимостью относимся к ним. С терпимостью се отнасяме към тях. И стараемся их также привести к познанию. И се стараем да ги доведем до познанието на Иисус Христос, как Бога. Като на Господ. Как Господа Господствующего. Господ на Господарите. Я прочту немножко из устава. И ще прочита малко от устава. Мы входим в Союз Пятидесятнических Церквей Болгарии. Влизаме в Союза на Пятидесятните Церкви Болгария. Сотрудничаем и с баптистскими церквями. Сотрудничаем и с баптистскими церквями. Ну, то есть у нас есть общение. Имаме общение. Так как мы учились вместе с харизматами. И ты, като учихме заедно с харизматите. С пятидесятниками. И пятидесятниците. С методистами. Методисти. С баптистами. Баптисти. То мы и продолжаем нести, ну, иметь общение с ними. Продолжаваме да си общуваме с тях. И признаем их как братьев и своих. И ги признаваме като наши братья. И благословенные, можно так сказать, поместные церкви. Благословение от поместната църква. Которые как могут служить Иисус Христу. Които както могат служат на Иисус. И вот сегодня я хотел бы, знаете, сказать такое... свою мысль. И днес бих искал да изкажа своята мисъл. В большей степени свое переживание. Или своите притеснения. Вот если вы сегодня меня спросите. Ако днес ме питате. Ну вот ты с 91 года верующий. Ты си вот вярваш от 91 година. С 95 года рукоположен как пастор. Рукоположен от 95 година като пастор. Что ты получил от Христа вообще? Какво си получил от Христос? Не жалеешь ли ты о том, что ты когда-то познал живого Бога? Не съжаляваш ли, че някога си познала живия Бог? Может быть, ты в большей степени потерял? Или может быть, си загубил повече? Я хотел бы сегодня ответить. Бих искал да отговоря днес. Я удивляюсь тем людям. Че се учудвам на хората. Знаете, сегодня я могу так сказать, что очень огромное число людей. Днес бих могъл да кажа, че много голям брой хора. На всем пространстве бывшего Советского Союза. Пространство на бившия Советский Союз. СНГ. СНГ. Я могу так сказать, что Болгария тоже входит в это число. Искал да кажа, че България също влиза в това число. Уже очень давно верит в Иисус Христа. Вече отдавна вярва в Иисус. Ну, в большей степени знают. По голяма степен го познават. Знают, кто такой Христос. Знает, кой е Христос.
но не ходят в церковь. Обаче не ходят на церковь. И почитают себя верующими. И се смятат за верующие. Я бы так сказал, вы знаете, вот, могу так сказать точно, не сомневаясь в этом. И могу доказать с уверенностью, что любая деноминация, без сомнения, что всякая деноминация, которая, например, заявляет, която заявява, что только мы одни спасемся, че само ние ще се спасим, все остальные идут в ад. И всички останали отиват за ада. Только мы несем истинное учение. Само ние носим истинското учение. И только у нас и спасает Иисус. И само при нас се спасяват хората. Я могу смело сказать. Мога смело да кажа. Это верный признак сектантства. Това е много верен признак за сектантство. Эту деноминацию можно смело назвать большой сектой. Можно смело да се нарича секта. Или маленькая секта. Или голяма, или малка секта. Потому что Иисус Христос себя так не ведет. Потому что Иисус Христос не се държи по този начин. Он любит всех людей. Той обича всички хора. И не желает чьей-либо погибели. Не желая някой да загине. Аминь или не аминь. И желает, чтобы все спаслись. И иска все, всякий да се спаси. И способ у Иисуса Христа великое множество. И има много начини. Многоразличие благодати Божией, так написано. Многоразличието на благодата Божия. Аллилуйя. Поэтому Иисус Христос спасает и через православных. И за то Иисус Христос спасал и через православных. И через католиков. И через католицев. У нас было очень много друзей в Казахстане. И имахме много приятелей в Казахстане. Католических священников. Католици, священници. Которые были крещены Святым Духом. Които са били кръстени со Святия Дух. И это было потрясающе. И това беше изумително. У нас были православные священники. Имахме православни священници. Которые были крещены Святым Духом. Които бяха кръстени со Святия Дух. Ну, самый известный из них это Сергей Журавлев. Най-известният от тях е Сергей Журавлев. У него было какое-то высокое звание в православной церкви. Некакое высокое чин звание в православной церкви. Ну, православная церковь за то, что он имел общение с протестантскими церквями. И за то, что имел общение с протестантскими церкви. Предал его анафеме. Православная церковь его предаден. Да. Анатемуса. Но он не расстроился. Обаче то не се расстрои. Он создал целое движение в Казахстане. И создал целое движение в Казахстане. И вы знаете, он продолжает себя считать православным и человеком. И то продолжава да се смята за православен но человек. Он учит тому, что мы все призваны верить обаче, в живого Бога. Учи на това, че всички сме призваны да вярваме в живия Бог. И вы знаете, я могу сегодня смело буквально заявить. И мога смело да заявявам днес. Очень многие люди сегодня сидят перед телевизорами. Чем много хора днес застават пред телевизорите. Знают, что Иисус Христос есть Господь и Бог. Знают, что Иисус Христос и Господь и Бог. И не ходят в церковь. И не ходят на церковь. И не пытаются исполнять его заповеди. И не се опитват даже да исполняват заповедите. Библия где-то пылится на полке. Библията някъде на рафчетата. Да, и они годами ее не открывают. Из години не отварят. И только иногда по праздникам, может быть. И само понякога по празници. Могут прийти куда-то в церковь. Могут да дойдут на церковь. Для того, чтобы продемонстрировать свою веру. За да демонстрировать свою это вера. Что вот я в церковь пришел все-таки. Че эту, аз все пак дойдох на церковь. Я, знаете, ну, просто вот так, я бы так сказал, что если человек, и ако человек не принадлежит, не принадлежи какой-либо поместной церкви, на някоя местна църква, вообще никому не подотчетен, и не подотчет на никого, этого человека можно смело назвать. Този человек смело можем да го наричаме. Религиозным разгильдяем. Религиозен. Он не принес никакого плода. Мразливец. Той не носит никакой плод. И не делает никаких дел для Иисуса Христа. И не върши никакви дела за Иисус. Он просто называется. Той просто се нарича. И ничего для Христа не представляет, к сожалению. Вярващ и не прави ничто за Иисус Христос. То есть о чем я? За какво говоря? Если человек не является частью какой-либо поместной церкви, ако човека не се явява част от никоя местна църква, которая приносит Иисус Христу какой-то плод, която носи на Иисус някакъв плод, этот человек не является членом также и Вселенской Церкви. Този човек не се явява също така и член на Вселенската Църква. Мы знаем и по Библии. Знаем и в Библията. Это имеет место. Това има когда место. Речь идет о Вселенской Церкви, че когато става дума за Вселенската Църква, Церковь в Библии написана с большой буквы. Църквата в Библия се упоминава с голяма буква. Когда речь идет о поместной церкви, когато се говори за местната църква, или о домашней церкви, или домашна църква, церковь пишется там с маленькой буквы. Църквата се пише с малка буква. Это и в оригинале так. В оригинале е така. Еклесия. Еклесио. На греческом языке есть на церковь, грецкий, собрание верующих. Значит, церковь, собрание на верующих. То есть Бог только там, где есть собрание. Господь меня. Е там, само където има собрание. Верующих. Собрание на верующих. И знаете, вот сегодня, ну вот я отвечаю на этот вопрос. И днес отговарям на този вопрос. Зачем мы вообще ходим в церковь? За что изобщо ходим на церковь? Почему, послушайте внимательно, почему
люди и за что хората следовали вообще за Христом? И за что следовали Иисус? Почему мы сегодня в церкви? За что днес мы на церкви? Зачем нам нужен Иисус Христос? За какво ни е нужен Иисус? Что лично мне дал Иисус и Христос? Какво лично на мен ми дава Иисус? Ну я так верю. Аз вярвам така. Что лично мне? Че лично на мен? Он дал вечную жизнь. Той ми е дал вечен живот. Я уверен в том, что я спасен. И вярвам, че съм спасен. Спроси у себя, уверен ли ты, что ты спасен? И се питай себе си, сигурен ли си, че си спасен? Я хочу сказать о том, что большинство людей, которые знают, что Иисус Христос есть, искам да кажа, че повечето хора, които знаят, че Иисус Христос го има, они вообще не уверены. Те изобщо не са сигурни. Спасет ли наш Господь вообще? Дали Господь ще ни спаси изобщо? И кто может быть уверен, они говорят. И кой изобщо може да е сигурен? Ну вы знаете, если знать хорошо Писание. Обаче ако познаваме добре Писанието. Ну вот Бог. Бог во Христе Иисусе. В Иисус Христос. Не оставляет никаких сомнений. Не оставя никакви сомнения. Что если ты исполняешь заповеди? Че ако исполняваш заповедите. Если ты следуешь за Христом. И ако следваш Христос. Что ты не только спасешь. Че не само ще се спасиш. Но и получишь великую награду. Но ще получиш велика награда. На небесах. На небесата. Сколько наград перечисляется в книге Откровений. Сколько награды се приброяват в книгата Откровения? Послание семи церквям. Послание к седемте церкви. Что даст тебе венец славы? Че Господь ще ти даде венец на славата. Аминь или не аминь? Даст тебе новое имя. И ще ти даде ново име. Посадит тебя на троне вместе с собой. Ще те сложи на трона до себе си. Веришь ли ты в то, что ты сможешь сидеть с Иисусом на троне? Вярваш ли, че ще можеш да застанеш с Иисус на трона? Вы слышите меня? Какие обещания? Какви обещания? Какие обетования? Какви обетования? Сожалею ли я о том, что я когда-то уверовал? Дали сожалявам, че някога повярвах? Да, конечно же, нет. Разбира се, че не. Если вот вы посмотрите на нашу семью, и ако погледнете семейството ни, Бог обставил нас со всех сторон. Бог ни е оградил от всичките страни. Мы сегодня абсолютно благословены. Днес сме абсолютно благословени. И находимся под абсолютной защитой Иисуса Христа. И се намираме под абсолютната защита на Иисус Христос. В нашей семье абсолютная гармония. В нашето семейство е абсолютна гармония. Мы не ругаемся. Ние не се караме, имаме мир. И в основном мы можем только свидетельствовать. Какая радость вчера произошла? Можем да свидетелстваме каква радост се случи вчера. За что еще поблагодарить Бога? За какво още да благодарим Господа? Мы постоянно находимся в радости. Постоянно сме в радост. Постоянные чудеса. И постоянные чудеса. Постоянные знамения. Постоянные знамения. Вы знаете, почему люди ходили за Иисусом Христом? Знаете ли, за что хората са следвали Иисус? Тысячами. Хиляди. Ходили. Вот Иисус Христос отвечает так. Иисус Христос отговаря. Вы знаете, почему люди меня ищут? Знаете ли, за что хората ме търсят? Не потому, что много знамений происходит. Не за что-то много знамений се случват. Не потому, что много чудес. Не за что-то много чудеса има. А потому, что они ели хлеб. А за что-то съяли хлеб. И насытились. И все насытили. Вы знаете, Иисус Христос является ответом. Иисус Христос и отговора. На наши обычные бытовые нужды. На наши обыкновенные бытовые нужды. Я хочу засвидетельствовать то. Искам да свидетельствам. Что если ты близко знаешь че, Иисус Христа. Ако отблизо познаваш Иисус. Бог автоматически ответил уже на все твои проблемы. Бог автоматично отговаря на всички эти проблемы. Мгновенно. Мигновенно. Их просто нет. Веч, просто ги няма. Только потому что. Само за что-то. Ты имеешь очень близкое общение. Имаешь много близкого общения. С царем царей. Со царя на царите. Имеешь какую-то определенную такую неприкосновенность. Имаешь неприкосновенность. Дьявол к тебе даже приблизиться не может. Дьявол не может, да ты докосни, да и так ближе, и так Слово Божие говорит. Так оказа Божие это Слово. Рожденный от Бога не грешит. Че тези, които са родени от Господ, не грешат. Хранить себя. Те се пазят. И лукавый не прикасается. И лукавия няма да ты докосни. Скажи на это аминь. Кажите амин. Могу ли я сожалеть о том, что я могу смело сказать, что в прошлой жизни до уверования. Могу смело доказать, что в миналий си живот, преди да повярвам. Я был хорошо обученный. Бях добре обучен. Профессиональный убийц. Профессионален убийц. Я много раз говорил о том, что я прошел спецподразделение. Много пути ви казвах, че минах спецподразделение. Даже если сегодня мне дать автомат Калашникова. И даже ако днес ми дадете Калашников. Я и сегодня буду из него хорошо стрелять. И днес ще стрелям добре. Потому что 2 года я вместе с ним спал. Защото 2 години спах с него. Ствол у меня просто блестел от солнца. Беше вот просто так. Блестеше от това, че если посмотреть. Го чистих всеки ден. Я очень хорошо владел и. И много добре го владеех. Пистолет Макарова. Макаров. Калашников. Калашников. СВД. СВД. Штык-нож. Нож. И так далее и тому подобное. И така нататък. Я сегодня за что самое главное благодарен? И за кое съм най-благодарен днес? За то, что Бог. За това, че Господ. Из бывшего профессионального убийца. От бивш профессионален убиец. Потому что силовиков тогда разбирали по всем различных криминальных структур. Тогава такива хора просто са ги търсили и са ги взимали. Когда я общаюсь со своими бывшими дзюдоистами. Когато общувам с бившите и каратистами. Дзюдоисти и каратисти. Они все говорят. Те всички казват. Мы все подались в мафию. Че всички сме в мафията. И кого не спроси.
когото и да питам. И многих из них уже нету. И мнозина от тях вече ги няма. Понятно, да? Что посеешь человек, то и пожнет. Това, което посеешь, ще пожинешь. Я благодарен, что Бог из убийц сделал меня... И съм благодарен, че Господ от убийц... Врачом. Ме направи лекар. И вот эти руки, которые были научены убивать... И тези ръце, които бяха научени да убиват... Они сегодня помогают людям выздоравливать. Днес помагат на хората да оздравяват. И мне это нравится. И това ми харесва. Потому что одними и теми же руками не можешь одновременно и лечить. Одни и същи ръце не може одновременно да лекуваш. И калечить. И да чупиш. Потому что за свою жизнь я искалечил очень много людей. Защото през своя живот аз нараних много хора. Это происходило официально. И това се случваше официално. Очень много соревнований. Много състезания. Очень много боев. Много боеве. Все мои ноги, они в шрамах. Краката ми са в белези. Потому что у меня были страшные удары ногами. Защото имах страшни удари с крака. Но Бог хранил меня. Обаче Господ ме пазеше. Вы знаете, я могу так засвидетельствовать. И мога да свидетелствам. За всю мою спортивную кариеру. През целия ми спортивен живот. У меня не было ни одного перелома. Нямах нито едно счупване. Я только потом осознал. И само после осознах. Хотя травмы были страшные. Въпреки че травмите бяха страшни. И меня били очень много. И мен много ме биха. И черепно-мозговые травмы были. И черепно-мозочные травмы. И нокауты были. И нокауты имаше. Нокдауны много было. Нокдауни. Но Бог сохранил здравость моего ума. Господь запази здравостта на мой разум. И на моем теле нет ни одного перелома. И на моето тяло няма нито едно счупване. Слышите меня? Ни одного перелома. Нито едно счупване. Хотя вот этим кулаком я мог пробить. Въпреки че с този им рук можех да счупя. Как вы можете на моей странице посмотреть лобовое стекло автомобиля. Преднато огледало на автомобил. О чем я сегодня говорю? Стекло. За какво говоря днес? Можем ли мы сегодня поблагодарить Бога? Дали можем да благодарим Господ? За то, что мы через Иисус Христа познали Его. Через Иисус Христос го познахме. Можешь ли ты, человек, который смотрит это телевидение сегодня? Человек, който гледаш по телевизията днес? Сказать, что ты познал Бога? Да кажешь, че си познал Господ? И что ты ходишь след за Ним? И че ще ходиш след Него? И ты являешься частью поместной церкви? И се являваш част от местната църква? Являешься частью тела Христова? И се являваш част от тялото на Христос? И приносишь Иисус Христу много плода? И носишь на Христос много плод? Но Бог обещает, если ты находишься в Нем, обаче Господ обещава, че то ты приносишь автоматически него, много плода. Автоматично носишь много плод. Плод Святого Духа. Плода на Святия Дух. Другие рожденные свыше верующие люди. Свыше верующие хора. И сегодня я прочитаю. И днес ще прочита, насколько это важно. Колко е важно. Первое место, которое сегодня хочу прочесть. Първото място, което искам да прочита, это послание к Ефесянам. Послание към Ефесяни. Четвертая глава. Четвертая глава. Седьмого стиха. От седьми стих. На проекторе можете прочитать на болгарском языке. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам, а вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Но истинно любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Можешь сказать на это аминь? Вот это устройство Вселенской Церкви Иисуса Христа. Устройство Вселенской Церкви на Иисус Христос. Так. Иисус Христос, сам Иисус Христос, Господь наш, так, Он устроил Господь так. Господь Иисус Христос и устроил. Он поставил одних апостолами. Той поставил одних, като апостоли. На сегодняшний день их можно назвать миссионеры. Днес можем да ги наричем миссионери. Апостол в переводе посланы. Апостол се превежда като изпратник. Миссионеры это те, которых отправили. Миссионерите са тези, които ги изпращат. Других пророками. Други пророци. Третьих евангелистами. Трети евангелисти. И пастырями и учителями. Пастыри и учители. К совершению святых. И вы знаете, есть служение. И има служение. Которое апостол Павел описывает. Което апостол Павел описывает. О том, что кто-то строит на драгоценных камнях. Че някой построял върху скъпоценни камни. Представляете, служение построено на драгоценных камнях. Служение, което е построено върху скъпоценни камни. Алмазы, изумруды. Алмазы, изумруды.
просто какие-то бриллианты. Различные диаманты. Церковь, которая просто наполнена какими-то бриллиантами. Церковь такая, то полностью с диамантами. Вот я вот так верю. А с вером такая. Я верю в то, что нашу церковь Господь наполняет бриллиантами. Господь, я полностью с диамантами. Настоящие таланты. Различные таланты. Как поют. Как пеют. Как танцуют. И как танцуют. Как прославляют Бога. Как прославят Господь. Кто-то строит на золоте. Някой постулява върху злато. Кто-то строит на серебре. Някой постулява върху сребро. Кто-то строит на камнях. Някой строи върху камъни. Кто-то строит на чем? А някой върху какво? Кто-то строит на дереве. Върху дърво. И последняя категория. А кто-то строит? Някой строи. Вообще на соломе. Върху слама. И вы знаете, что Господь показывает? И какво показывал Господь? Вот через эти служения. Через тези служения. Какую любовь? Каква любовь? И он пишет, что все спасутся. Той пишет, что всички ще се спасат. Даже те, которые строят на соломе. Даже тези, които строят върху слама. И написано, спасутся. Пишет, что ще се спасят. Но как спасутся? Обаче как? Как бы из огня. Все едно от огня. Представляете? И знаете, вот, если вот брать какую-то самую простую классификацию, яко гледаме най-лесната класификация, иные спасутся как бы из огня. Идните ще се спасят с едно от огън. То есть они тоже войдут в Царствие Божие. То есть пак ще влязат в Царството Небесно. Но, к сожалению, награды они не получат. Обаче, за съжаление, няма да получат награда. Награду получат только те, которые строили на камнях. Награда ще получат само онези, които са строили върху камъни. На золоте, злато, который будет в этом огне только переплавляться, только становиться лучше и чище. Огън ще се преработва и ще става по-чисто. На драгоценных камнях. Върху скъпоценни камъни. И в чем награда? И къде е наградата? Вы знаете, я в это искренне верю. Аз искренне вярвам. Награда на небесах. Че наградата е на небесата. Будет заключаться в том. Тя ще е в това. Что если ты не получишь никакой награды, например? Че ако не получишь никаква награда, например? То ты не сможешь там, даже на небе, няма да можеш там, на небесата, очень близко подойти к Иисусу Христу. Достигнеш близо до Иисус Христос. И будешь как бы на периферии. И ще си някъде в периферията. Только издалека смотреть на Него. Отдалеч ще го гледаш. И вы знаете, это уже очень печально. И това вече е доста тъжно. И самая большая награда, и най-голямата награда, это для тех, е за тези, которые будут воссажены, които ще са сложени, на троне. На трона. Вместе с Иисусом Христом. Заедно с Иисус Христос. То есть они будут вместе с Иисусом Христом. Заедно с Него. Так написано так обещание пише. Клаудикийской церкви. Обещание к Лаудикийской церкви. К Лаудикийскому периоду. Лаудикийский период. Вот мы сейчас живем в этот Лаудикийский период. Сейчас живем в този период. Самый страшный период. Най-страшный период. Самый тяжелый период. Най-тежкий. Ну и награда самая Обаче, великая. Наградата е най-великата. Кто сохранит свою веру? Кой ще запази вярата си? Кто произведет течение? Кой ще воспроизведе служение? Течение, служение. И достигнет до самого конца. И ще достигне до края. Сохранив свою веру. Запазивайки вярата си. Он будет посажен на троне. Ще е сложен на трона. Самая великая награда. И най-великата награда. Это близость к Иисусу Христу. И близостта към Иисус. И вы знаете, это кардинальная разница. И вярвам, че това е невероятна разлика. Вы знаете, сегодня мы можем так посмотреть на, и днес можем да погледнем на нашу жизнь, нашия живот, о том, что кто-то далеко отстоит далеч, от Христа, застава от Христос, и только знает о том, что есть какой-то Иисус. И само знает, что има Христос, как пел Высоцкий. Как-то пел Высоцкий. Жаль распятого Христа. Жаль мне за распынатие Христос. Жалко, что когда-то его распяли. Жаль мне, че са го распынали. Люди, жалеющие Христа. Хората, които ги е жал за Христос. Который когда-то умер, пострадал. Който някога е умрял, пострадал. И как будто бы не воскрес. И все едно не е воскреснал. И вот и жизнь вот такая. И живота им е такъв. Жизнь такая у этих людей никчемная. Живота на тези хора е такъв тъжен. Знаете, я бы так сказал, жизнь в каком-то таком в поражении. Живот в някакво поражение. Когда, в принципе, особого смысла нет. Когато няма особено смисъл. Просто прозябание. Просто си изживяват живота. И это несмотря на то, что эти люди считают себя верующими людьми. Въпреки, че тези хора се смятат за вярващи. И также, живя на этой земле, и също така, живейки на тази земя, можно уже иметь великую награду. Може да имаме велика награда. Если ты каждый день, ако всеки ден, каждое утро встаешь рано утром, се събуждаш рано, начинаешь призывать имя Господне, да призоваваш името на Господ, начинаешь провозглашать Слова Божие, да провозгласяваш Божии думи, начинаешь просто обновляться в познании Его, и да се обновяваш в Неговото познание. Радость приходит, правда? Идва радост, нали? Мир. Идва мир. Ликование. Ликование. Жизнь в победе. Живот в победа. Слышите меня? Жизнь в каком-то прорыве. Живот в прорыв. Свобода. В свобода. Свобода нам дана, братья, написано. Свобода не дадена. Скажи аллилуйя.
И это уже здесь на земле уже происходит. И това вече се случва тук на земята. Наше жительство на небесах. Наше живот на небесата. Но истинные верующие не живут тем, что здесь на земле. Истинските и вярващи не живеят с това, което е тук на земята. Мы живем на небе. Ние живеем на небеса. Сегодня я хочу прочесть немножко из устава. Искам да прочита малко от устава. Организация управления дары служений в церкви. Организацията на управлението на даровите на църквата. Управление церкви Иисуса Христа осуществляется через поставленных им служителей. Управлението в църквата се проявява через поставените в него служители. Послание Ефесянам 4 глава. Послание к Ефесяне 4 глава 11-12. Деяния 14 глава. Деяния 14 глава 23 стих. 23 стих. Священнослужитель бывает двух видов. Священнослужитель от два типа. Административные служители. Административные служители. Это и епископы. Паса епископи. Это пастора. Или пастори. Пресвитеры церкви. Пресвитерите на церквата. Дяконите. И харизматические. И харизматичните. То есть они такие в дарах двигаются. То есть те се движат в даровите. И это могут быть и апостолы, миссионеры. Това може да са апостоли, мисионери. Это пророки, евангелисты. Пророци, евангелисти. И пастыри, хорошие проповедники, пастыри, учители. И хубави проповедници. Возможно, конечно, и сочетание харизматического административных служений. Может, да, сочетание от административни и харизматични. Каждый священнослужитель должен быть призван на служение самим Господом. И всякий служитель трябва да и призован на свое служение от самия Господ. Духовный сан каждого священнослужителя подтверждается церковью. Духовния сан се потвърждава от църквата. То есть, что происходит во время рукоположения? Какво се случва по време на ръкополагането? Своими словами. Со своей думи. То есть, в тот момент, когда... В момента, когато... Пастора церкви. Пасторите на церквата. Что, лучше, когда их несколько. По-добре, когато са няколко. Рукополагает нового пастора. Ръкополагат нов пастор. И тем самым они признают... Те признават... Что передается определенное помазание. Че се предава определено помазание. Передается определенная власть. Предава се определена власт. И даже могут перейти какие-то определенные дарования. И може да се предадат даже и различни дарове. Во время рукоположения. По време на рукополагане. А вся церковь в этом участвует. Цялата църква участва в това. И всей церкви мы в конце говорим аминь. И с цялата църква накрая казваме амин. И этим самым аминь мы соглашаемся. И по този начин через това амин ние се съглашаваме. Что теперь этот человек... будет возглавлять какое-то служение. Че този човек ще възглавя някакво служение. Теперь он пастор. Сега е пастор. И имеет какие-то определенные права и обязанности. Има определени права и задължения. И какую-то ответственность. И отговорность. Которую, например, если он нарушит. Която ако наруши. То церковь может пожаловаться на него. Църквата може да се оплачи от него. Сделать замечание. Да му направи забележки. Вот. И если человек не исправляется в своем служении. Ако човека не се поправя. То человека могут просто отстранить от служения. Могут да го отстранят от служението. И в конечном итоге лишить сана. И в крайна сметка да го лишат от този сан. То есть церковь то также... То есть церквата... такие меры принимает. Может да приемет эти мерки. Я хочу коротко прочитать обязанности пастора. Искам накратко да прочита задолженията на пастора. То или другой общины. На една или друга община. Задачи пастора, пресвитера. Задачи ему. В данном случае мы говорим о пасторе молодежного служения. Тук говорим за пастора на молодежку служении. Первое – это духовное руководство и надзор за общим состоянием молодежного служения. Първото е духовно водене и наблюдение на цялото служение. Конечно, это не означает контроль какой-то. Това не значи някакъв контрол. Это просто какая-то ответственность. Ими просто и отговорность. А пастор призван просто наблюдать. Пасторът е призван да наблюдава. В каком состоянии находится тот или другой человек? В какво состояние се намира един или друг човек? И если он видит, что кто-то находится в неподобающем состоянии. Ако вижда, че някой не се намира в добро състояние. Он призван помочь этому человеку. Той призван да помогне на този човек. Оказать ему поддержку. Да даде подкрепа. Принять какие-то меры. Да приеме някакви мерки. Организация служения молодежного служения. Организацията на служението на младежкото служение. Ну, то есть, когда служение будет проходить. Кога ще се провежда. Каким образом они будут проходить. По какъв начин ще минава то. Наставление членов общины в верном евангельском учении. Наставление на тези, които са там, на правилното учение. То есть в основании этого общения. То есть в основании на общение. Должно быть заложено евангельское учение. Да, евангельское учение. Ну не просто так собраться не и поболтать. Не просто да се собират да си общуват. А поразмышлять, поговорить, углубиться. Ами трябва да си помислят, да си задълбочат. Забота о духовном состоянии членов общины. Грижата за духовното състояние на община.
Для этого надо молиться. И за това трябва да се молят. Размышлять, какую тему лучше давать. Да си мисли каква тема по-добре да си преподнеси. А какую тему лучше не давать. По коя тема да ни, да ни я дава. Обучение и подготовка новых служителей обучение на молодежное служение. Обучение и подготовка на нови служители. А пастор молодежного служения пастор имеет на младежкото служение право избрать себе има право да избере из членов молодежного служения. От членовете на младежкото служение. Помощника. Помощницы. А, предложить кандидатуру диакона. Да предложи кандидатура на диакон. Чтобы он мог помогать в каких-то таких административных. Да в административни делах или чисто вот так по, дела, по столам. Или как помага написано. Да се нахранят хората. Разрешение конфликтных ситуаций. Разрешение на конфликтные ситуации. И к этому также призван пастор молодежного служения. За това също е призван пастора. В этом служении может быть также и диакон. В това служение може да има и диакон. И это тоже священнослужитель. За това също е свещенослужител. Помогающий пастору. Който помага на пастора. В руководстве молодежной общины. В руководството на младежката община. Как правило, в административных вопросах. В административни въпроси. И душепопечение. И в душепопечителство. То есть тоже помогать, общаться, разговаривать с кем-то. То есть да помага да се общува с някого. Слава нашему Богу. Слава на нашия Господ. Я прочту следующее место в Писании. Ще прочита следващото място в Писанието. И оно написано в послании Титу. Послание към Тит. Титу. Тит, третья глава. Третья глава. С первого стиха. Вот первый стих. Верно слово, если кто епископство желает, епископ это может быть и пресвитер, это может быть и пастор церкви. Епископ может да и пастор, и пресвитер на церкви. Доброго дела желает. Потому что плох солдат, который не мечтает быть кем? Генералом, правда? Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж. Знаете, вот непорочен, да, очень четкое определение. Мы все прекрасно знаем, но кто-то, может быть, и зрители не знают. Всички знаем. Чтобы познать Господа Бога. Сейчас да познаем Господ. Лично. Лично. И очень близко. И много отблизо. Надо отказаться в своей жизни. Треба да си откажем в нашия живот. От власти греха. От властта на греха. И пусть это сразу не получается. И може да не се получи веднага. Но в конечном итоге обаче, Бог хотел сметка, бы, Господ би чтобы искал, ты стал непорочным. Ти да станешь непорочен. В твоей жизни, чтобы ушел порок. За да няма порок в твой живот. То есть систематический грех. То есть систематичен грех. Бог ненавидит грех. Господь мрази греха. Поэтому здесь написано, епископ должен быть непорочен. И за това тук пишет, че епископа трябва да е непорочен. Одной жены муж. Роман, у тебя сколько жен? Пока ни одной, хорошо. Трез, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен. Сразу так сканируем, проверяем, да, Рому о том, что он соответствует вообще. Видим ли мы его периодически пьяным, да, каким-то нецеломудренным, нечестным, лживым, не любящим странствовать. Должен быть ни пьяница, ни бийца, ни сварлив, ни корыстолюбив, но тих, миролюбив, не серебролюбив, хорошо управляющий домом своим. Детей, содержащих послушание со всякой честностью. Смотрите, вот послушание детей, оказывается, да, по Писанию, послушание зависит на децата, в большей степени зависит от главы семейства. По голяма степен от главата на семейството. Не от жены. Не от жената. А от мужа. А от мужа. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли печись о Церкви Божией? Это очень мощное правило. У кого дома бардак, того бесполезно ставить в церковь. И в церкви также будет бардак. Если в доме порядок, хороший порядок, то и в церкви будет порядок. Это все автоматически накладывается. Не должен быть из новообращенных. Что имеется в виду новообращенные? Как знаете, значит, ну, можно так сказать, что Рома недавно так относительно уверовал. Можно скажем, что Роман неудавно и поверовал. Чуть попозже я прочту такое место. И малко показано, что прочитал другое место. Где апостол Павел призывает. Где апостол Павел призывал. Тимофея. Тимотей. Рукополагать служителей. Да, рукополага служителей. В книге Деяния описаны такие. И в Деянии пише. Моменты. Различные моменты. Где апостол Павел рукополагал. Где апостол Павел рукополагал. И ставил служителей. И различные служители. И вы знаете, что говорит история, исторический факт? Что показывает история-то?
о том, что обыкновенно, по своему обыкновению, апостол Павел приезжал в какой-либо город. Апостол Павел утива во някой град. И сразу шел в синагогу. И веднага утива към синагогата. И начинал проповедовать там евреям. И започва да проповядва там на евреите. И обращенных в еврейство, то есть елинам. И на елините, които са обратени. Да. И очень огненно проповедовал о Христе. И много огненно проповедовал за Иисус Христос. И через какое-то время какая-то часть синагоги, евреев и неевреев, след някакво време част от синагогата евреи или неевреи, выходила за апостолом Павлом. Следват апостол Павел. И открывалась новая община. И се отваряла новая община. И вы знаете, сколько у нее служения обычно апостол Павел? И колко като време носил служение апостол Павел? У него не Павел. Было много времени. Той нямал много времени. 2, максимально 3 года. 2 или 3 години. И за этот период он ставил там пресвитеров, и през този пастырей. Период той поставивши там пастыри и пресвитери. Понимаете, да, о чем? Что значит новообращенный? Какво значит новороден? Ну, это вот когда человек вот только уверовал. Значит, когато человека тако ну, вот, сега первые шаги какие-то делает. И прави някакви първи крачки. Полгода. Половин год. Година, година. Ну, то есть, но через 2-3 года он уже обаче, может. След 2-3 години той вече може. Стать служителем церкви. Да стане служител на църква. Но, конечно, вы знаете, есть такая отличительная черта апостола Павла. Обаче, разбира се, апостол Павел имал една отличительная черта. И вообще, первая апостольская церковь. И на первата апостольская церква. Вы знаете, я приведу сегодня один такой факт. Днес ще ви кажа един факт. Как вы думаете, кто может мне сегодня ответить? Как си мислите, кой може да ми отговори? Что нужно было знать? Какво е трябвало да знает? Чтобы стать учеником Гамалиила. За да станет ученици на Гамаил. Мудрейшего из учителей раввинов того времени. Най-мудрите от учителей и раввини на онова время. Как вы думаете? Как си мислите? Как можно было пройти? Как би могли да минат? Конкурс многочисленный. Многоуброен конкурс. Потому что желающих детей, родителей было очень много. За что-то желающих имало много. Чтобы отдать своих детей к ногам Гамалиила. Да дадут своите деца к величайшему учителю Израиля. На наивеликий учитель на Израиль. Кто знает? Кой знает? Я сегодня скажу. Днес ще кажа. Нужно было наизусть. Трябвало и наизусть. Знать. Да знает. Всю Тору. Цялата Тора. Пятикнижие. Пятикнижието. На древнееврейском языке. На древен еврейский язык. Наизусть. Наизусть. И вы знаете, сегодня такие, сегодня дети есть. И днес има такива деца. В Израиле. В Израил. Которые знают наизусть Тору. Които знают наизусть Тора. В мусульманском мире даже. Мусульманский свят също. Есть дети. Има деца. Которые знают наизусть. Които знают наизусть. Весь Коран. Целия Коран. На арабском языке. На арабский язык. А мы там одну главу не можем выучить. По ней не можем да научим одна глава. 13 главу первого послания от Коринфянам. 13 глава первого послания от Коринфянам. Которая все говорит о любви Божией. Где-то всичко се казва за любовь Божия. Давайте мы возревнуем, правда? И нека ревнуваме за това. Так вот, Савл. Савл. Будущий апостол Павел. Будущий апостол Павел. Знал Тору. И знал Тора. Наизусть. Наизусть. И поэтому, когда он уверовал, из-за того, когато и повярвал, он стал одним из лучших толкователей. То есть станал най-добрия толкователь. Переводов. На преводите. Ветхого Завета. На Стария Завет. На Новый Завет. Ком Новый Завет. Потому что он знал Тору наизусть. За что ты знал Тору наизусть. Мы сегодня учимся и научаемся. И мы днес се учимся и научаваме. В основном по посланиям кого? Основно через посланията на кого? Это послание апостола Павла. На апостол Павел. Потому что его трактовка, она невероятна. Неговия превод е невероятен. И вошла в канон. И влязла в канона. То есть Синод посчитал, что это может войти в канон Библии. То понимаете? Някой сметнал, че достойно да се влезе, да влезе в Библията това. Слава Богу, правда. Слава на Бога. И поэтому его особенностью было то, что апостол Павел очень много учил. И за това неговата особенность была, че много я учил. Как он учил? Научавал. Вы знаете, верующие собирались каждый Божий день. Верующие собирали всякий день. Слышите меня? Каждый Божий день с утра и до вечера. Несколько часов подряд. От сутрин до вечера, по несколько часа. История описывает этот факт, который написан в книге Деяния. История описывает този факт, който пише в Деяния. О том, что апостол Павел учил и учил. За това, апостол Павел учил и учил. И что произошло с Евтихом? И какво се случи с Евтих? Который сидел вот так на втором этаже на подоконнике. Бил на втори этаж.
Что, он заснул? До прозорица. И перевалился через окно. То есть заспал. Как опасно спать на служении? И паднул от прозорица. Сколько опасно заспишь на служении? Представь, что ты сидишь на перекладине. Представи себе, если не миришь на... На втором этаже. Первас, на второй этаж. Если ты заснешь, то ты вывалишься. Яку заспишь, ты паднешь. Ну, слава Богу, что апостол Павел потом побежал. Слава Богу, что апостол Павел отрыгнул. А юноша уже испустил дыхание. И молодежит вече беше издыхнул. И молились за воскрешение его. И си молиха за воскресяване. И юноша воскрес. И молодежит и воскреснул. Слава Богу. Слава на Бога. Дай нам, Господи, воскреснуть, если кто-то пропустил. Помоги вот ни, Господи, да воскреснем. Сонливость какую-то. Да махнем тази сонливост. Невосприятие к Слову Божьему. Невосприемание на Божието Слово. Пусть это уйдет. Нека това нечто си тръгне. Дай нам, Господи, воскреснуть. Помоги не да воскреснем. А, еще одно место я сегодня открою. И еще одно место. И оно вот как раз в первом послании Тимофея. Первое послание к Тимотей. Третья глава. Третья глава. А, это я прочитал послание к Тимофею, получается. Так, давайте тогда к Титу прочитаем. Первая глава. Тогава да прочитаем Тит, первая глава. Извиняюсь. Прочитахме первая глава. Так, давайте мы, я по крайней мере просто скажу, что я прочитал. Это я прочитал первое послание к Тимофею, третья глава с 1 по 15 стих. Значит, прочитахме Тимотей, первая глава. Первая глава, третья глава с 1 по 15 стих. Третья глава от 3 до 15 стих. А сейчас мы читаем послание к Титу. Как сега ще прочитаем послание Тит. Первая глава. Первая глава. С первого стиха. От первого стих. Павел, раб Божий, апостол же Иисус Христа, по вере избранных Божьих и познанию истины, относящейся к благочестию Титу, истинному сыну по общей вере, я немножко пропускаю 4 стиха, по общей вере, благодать и милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбивец, но страннолюбив, любящий добро, не целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен поставлять, наставлять в здравом учении и противящийся обличать. То есть, если пытается проникнуть какая-то ересь, ну, то, что не соответствует слову. Парахристианство, да, очень важно бодрствовать и конкретно вовремя изобличать. Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, которые особенно из обрезанных. Обрезанные – это кто? Это из евреев, да, потому что и сегодня евреи, ортодоксальные, как правило, претендуют на абсолютное знание, что только они и знают, а больше никто и никому не дано. Но как раз Иисус Христос, Он говорит обратные вещи. Он говорит, что по сей день лежит покрывало на Писании, и открывается это покрывало только Иисусом Христом. Знает ли ортодоксальные евреи Иисуса Христа? Дали познал тот, кто доказал на евреи Иисус Христос? Понятно, что нет, потому что они не признают Иисуса Христа за Мессию. Что-то него признават, как Мессия. Каковым должно заграждать уста, они развращают целые думы, уча чему не должно, из постыдной корости, то есть из-за денег. Из них же самих один стихотворец сказал, критяне, не кретины, а критяне, это жители Крита, это евреи, которые жили на острове Крит. И смотрите, как этот стихотворец, это все в стихотворной форме написано было. Критяне, они всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Вот представляете, о ком-то так вот сказали. Представьте, если за някого някой казал така. Представь, что если тебя вот так назовут. Представи, ты лжец. На теб да ти кажет така, злой зверь, лжец, зл звяр. Утроба ленивая. Ленив трбус. А потом апостол Павел скажет, свидетельство это справедливо. Павел казва, че това свидетельство верно. То есть это абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Апостол Павел. Апостол Павел. Ну как можно? Как може. На людях вообще такое говорить. Така за хората. И вы знаете, ну, если апостол Павел... Бачи, что мы апостол Павел... Значит, можно. И подценил така, значит, можно. Значит, он сам с этим столкнулся. Значит, все сблыснул с того нечто. И вы знаете, самое действительно, ну, можно так сказать, сейчас жесткое противостояние. И наисилнуто противостояние. Ну, вот почему вот антисемитизм и по сей день имеет такое место? За что антисемитизм и днес... Потому что в книге Откровения... За что-то в книге-то Откровения... Сам Иисус Христос... Сами Иисус Христос...
называет евреев, нарича евреите, которые не уверовали в него, които не са повярвали в него, иудеи написано, так, иудеи, которые есть суть, които са всъщност, сущности, сатанинское сборище. Помните это место? Сатанинское собрание. Сборище сатанистов. То есть сегодня надо очень осторожно к этому относиться. И днес трябва много да внимаваме. Есть разные евреи, да? Има различни евреи. Есть евреи, которые уже узнали Иисус Христа. Има евреи, които са познали Иисус Христос. Христианские евреи. И то там надо быть очень осторожным. Христианские евреи, обаче и там трябва да внимаваме. Потому что может быть такие вот, ну, смешения, наносы. Защото може да има такива, като смесване. Мы должны бодрствовать. Трябва да сме бодри. А есть уже такие кошерные евреи. Пък има такива кошерни евреи, которые очищены. Които са предчистени. И омыты кровью. И умити чрез кръвта. Иисуса Христа. На Иисус Христос. Не внимая иудейским басням и постановлению людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для сверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами, очень важно смотреть на дела. Какие дела? Ты проповедуешь об Иисусе Христе, да? Ты делами являешь Бога, да, Божью славу. Си, не явяваме Божия, это слава. Любишь ли ты ненавидящих дали, тебя? Благословляешь ли ты проклинающих тези, мразят, тебя? Дали, благотворишь ли ты, которые гонят тебя? Кълнат. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Аллилуйя. Я уже заканчиваю. Я хочу прочесть последнее место. Искам да прочита последното място. И оно написано в книге Деяния. Книга Деяния. 14 главе. 14 глава. С 21 стиха. 21 стих. Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, это говорится об апостоле Павле и Варнаве, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Вот то, что мы сегодня и будем делать. Да, сегодня я хочу еще предоставить слово пастору Андрею. Он какое-то время нес это служение в молодежной церкви, в молодежном служении. Вот, и сегодня, можно так сказать, происходит передача, ну, вот этого служения Роману. Все одно что случилось предавание на твое служение. Пастор Андрей изъявил желание заняться развитием домашних служений. Пастор Андрей всегда, вот, и дай Бог, чтобы Господь благоволил. Сейчас займемся с развитием на домашней церкви. Поэтому давайте поприветствуем пастора Андрея. Поздравим. Спасибо. Аллилуйя, дорогая церковь. Да, сегодня выпала такая вот честь. Сказать несколько слов об этом служении. За това служение. И конкретно о Романе. И поточно за Роман. А если вы все помните, да, полгода назад. Ако си спомните, преди половин година. А мы молились и благословляли Рому как лидера молодежного служения. И благословим Роман като лидер на младежкото служение. Да, и вот прошло полгода. И измина половин година. И такой подошел определенный срок, когда мы считаем, что Роман готов нести полноценное служение пастора. С Романом в одной вот домашке мы уже 2 года. Мы в одно служение вече от 2 години. Да, и за все это время у нас, по-моему, было всего несколько недель, когда мы не встречались и не общались. Когато не се в силу объективных причин. И не общувахме по обективни причини. Да, и мы очень близко узнали друг друга. И много поблизо се запознахме. И я благодарен ему за ту искренность, с которой он... благодарен на тази искренность. И открытость, с которой он иногда обращался по своим проблемным вопросам. И че бил винаги отворен за да се обърне към мен със свои проблеми. Да. И глядя на Романа, Роман, пришли такие слова, такие стихи. Ми дойдоха тези думи и стихове. Из Евангелия от Матфея. От Евангелия от Матфея. 25 глава, 21 стих. 21 стих. Если помните, это место о притче о талантах. Ако си спомните, това е място за притчите за талант. Да, и вот, зная Рому, вот приходит такой стих, и когда... И познавайки Роман, ми идва този стих. 21. Угу. Когда господин сказал ему: «Хорошо, добрый, верный раб,
в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Господарят му речи, хубаво, добри и верни слугу, в малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Аминь. Аминь. Вот эти слова и тези можно думи сегодня можем полноценно обратить да ги оборним к Роме, към Роман, что ты показал себя действительно верным, че ти си показал като действительно верен, верный служитель, верен служитель, верный лидер, верен лидер, с хорошим духовным основанием, с хубаво духовно основание, с хорошим духовным, скажем так, здоровьем и самочувствием, с много добро духовно и физическое самочувствие, с хорошим направлением, с хубаво насока. И я могу сказать только самые теплые добрые слова. И могу да кажа само най-добрите и топлите думи в адрес Романа. По адреса на Роман. Для него и для всех присутствующих. И вот за него и за всички, които присутствуют. Продолжение слов пастора. Като продолжение на думите на пастора. Я бы хотел, ну, напомнить и сказать, что. Да напомни и да кажа, что духовное звание, духовный сан. Че духовното звание и сан. И духовные погоны, которые мы сегодня положим на Романа. И духовните погони, които сложим днес на Роман. Это не про льготы. Това не из-за някакви привилегии. Да, не про привилегии, профиты и какие-то там, скажем так, исполнение желаний, хотелок. Исполнение на желания. Да, и преференции. Преференции. А речь идет о большой ответственности. А тук става дума за голяма отговорность. А эта ответственность большая, очень важна еще и тем. И тази отговорность е много важна с това. Что сейчас идет реально духовная война за нашу молодежь. Че сега наистина има такава духовна война за наше младежко служение. Как мы все видим, как-то что виждаме, происходит в нашей жизни, как после случая в нашей живот. И сейчас у молодежи есть огромный выбор всяких искушений. Сега младежите ни имат много голям избор от всякакви искушения. Да, и поэтому Роман именно тот человек. И затова Роман е точно този човек, который способен вести молодежь за собой. Който е способен да води младежа след себе си. Где-то учить. Да учим. Где-то показывать свой личный пример. Да показва личен пример. Где-то поддерживать. Да подкрепя. Где-то помогать. Да помага. И жизнь лидера, как я тебе так, Рома, скажу, и живота по секрету, на лидера, като тайна ще кажа, это жить не для себя. Това е не да живееш за себе си. Да. То есть про духовные льготы. За духовните привилегии. Или физические льготы. Или физические. Сейчас можно забыть. Можешь да забравиш сега. Приходит время большой, ответственной, кропотливой работы. Идва время за много голяма отговорност и много голяма работа. Да, потому что молодежь – это будущее. Защото младежите са бъдещето. Будущее нашей церкви. Бъдещето на нашата църква. Будущее наших семей и домов. Бъдещето на нашите семейства и домове. Будущее нашей страны. Бъдещето на нашата държава. Вот, это очень огромная и ответственность. И това е много голяма отговорност. Я рад, что ты ее осознаешь. И се радвам, че го осознаваш. Вот, ну и благословляем и тебя те благославяме на това служение. Спасибо. Благодарим.